Между прочим, кормлю тебя целую неделю, а ты ко мне подойти боишься. Смотри, какую вкуснятину я тебе принес. Ешь. Ну иди ко мне. Иди. Опять? Что ж ты за человек такой? Морда ты морда. А давай я буду звать тебя Мордой. Давай? Ты морда. Морда ты. Ну ешь. Ну хорошо, я не смотрю. Ешь, ешь. Морда. Вы работайте, работайте, не обращайте на меня внимания. Я там супчик ваш любимый сварила. Покушайте, пока не осталось. Нина Васильевна, у меня там пиджак коричневый, подмышкой порвался. И верхние пуговицы отлетел. Да я давно уже все зашила и все пришила. Ну что вы. Спасибо. Ну так пойдем. Да, пожалуй. О. Сметанку, сметанку не забудьте. Я рыбки их пожарила. Да я вроде наелся. Вам надо кушать, кушать, чтобы мозг питал. А что? А как ваша новая симфония? Движется? Ораторием. А? Симфонию закончил 2 месяца назад. А сейчас я пишу ораторием. Ну, как дела с ораторией? Скоро закончу. А вот эта вот ваша новая симфония, которую вы в июне писали, у нее номер есть какой-нибудь? Она 25-я. И все? А названия нет? Название? Ну, давайте сейчас и придумаем. Ну, пусть она у нас будет тантрическая. Тантрическая? Да. Это как? Ну, у Бетховена есть 8-я патетическая соната, а у нас будет 25-я тантрическая симфония. Ну и правда. Чем их хуже Бетховена? Ничем. Тантра — это что-то вроде йоги? Со здоровьем что-то связано, да? Ну, да, можно сказать и так.
Поставьте, я сама. Спасибо. Компот. Ну так что, может, помоем комнату около спальни? Зачем? Нет, там не надо убираться. Как это не надо? Мы эту комнату никогда в жизни не убирали. Туда ведь никто не ходит. Тем более надо убраться. 20 лет комната стоит заперта. Страшно подумать, что там творится. Скоро в дом полезут оттуда пауки. И летучие мыши. Да, вот тогда посмеемся. Этот человек говорил мне, что для него самое главное в жизни комфорт. Спасибо. Так и есть. Все было очень вкусно. Комфорт – это прежде всего чистота. Да. Ну, заходи, заходи, а. Ну, по-соседски поговорим, давай. Яблочки хочешь, кстати? Яблок в этом году уйма. Не-не-не-не. Не? Не. Может быть, Нет, спасибо. Слушай, ну, вот бы мне такую работу, а? Я вот сегодня иду, ты в гамаке лежишь. Я говорю, отдыхаешь? Ты говоришь, не отработаю. Обратно иду, ты в земле ковыряешься. Я говорю, ну теперь-то пашешь? Ты говоришь, нет, отдыхаю. Ну, странный ты человек. Вот, зацени. Что я должен заценить? Вот. Сегодня еду, а он на дороге лежит. Крюк кованый. Сейчас кто кованое делает? Никто. А он валяется. Вот я решил его куда-нибудь в мастерю. Вон сарайку повешу. Для чего-нибудь пригодится когда-нибудь. Ты куда матрас-то потащил, а? Выбрасывать на помойку. Хватит всякий хлам собирать. Не дома свалка какая-то. Все, пусть выбрасывает. Ты что, с ума сошла? Нормальный матрас выбрасывать? Боб, давай, и тащи его сюда. Да не слушай ты ее, тащи сюда, говорю. Ты делай ты что хочешь, старьевщик несчастный. Неси сюда, неси. Ну вот, ну, хороший матрас, почти новый. Пускай он в сарайке валяется. Может пригодится когда-нибудь. Осторожней ты! Мало ли что. Хозяин, еще моя нужна? Нет, свободен. Ну ладно, извини, и мне пора. Да погоди ты, ну. Да нет, нет, работать надо. Извини, извини. Давай, проходи. Водичкой побалуй. Только не очень холодный. Я за горло боюсь. Кирюнь, просят расшифровать, почему название тантрическое? А почему бы и нет? Я действительно, почему бы и нет, а? Так, для них суть тантры в сексуальных отношениях, в сексуальной энергетике. Вот он еще спрашивает, what about you? Как же хорошо. Чего хорошо? Я говорю, Лень, как же хорошо, что ты отсидел не зря. Английский он освоил в совершенстве. На тубе научился играть. Вот это, я понимаю, школа жизни. Это не школа. Это, брат, университет. Такого высшего образования я своему врагу не пожелаю. Так, ладно. Надо пресс-релиз. О чем будем писать? Диктуй, а я потом переведу и отправлю. Ой, Господи, зачем мне все это? Давай, давай, работай. Напиши. Основной принцип тантры – достижение полного покоя. Это возможно, когда все желания удовлетворены. Так, подожди, удовлетворены. Поэтому я и призываю своих слушателей быть внимательнее, отслеживать свои ощущения. Так. Давать волю своей фантазии, но при этом следует избегать двух ошибок. Двух ошибок. Да? Не делать того, к чему ты равнодушен. Солнышко, ну что у нас с ручками? Смотри, как мы с тобой говорили, у нас ручки кругленькие, правда? Мы как будто яблочко с тобой держим. Давай мы их расслабим,
ослабь. Вот, хорошо. Такая полусфера получилась, правда? Ручки освободи, освободи пальчики, обопри, обопри. Нет, ты не опираешь. Ты вот, молодец, ты же у нас сильный мальчик. Где подушечка? Вот. Так, теперь давай локоточки разводи, дорогой. Что? Да, все. Локти, мы же с тобой говорили уже. Спинку держи ровно. Поехали. Добрый день, Наталья Филимоновна. Здравствуйте, Георгий Кириллович. Извините, не хотел вам мешать, но как мой охламон справляется? Ну, есть небольшие нюансы. Но ничего, будем работать. Нюансы? Ну, я думаю, этот момент надо обсудить. Вы думаете? Уверен? Давайте пройдем в соседнюю комнату, там будет удобнее разговаривать. А Кирюшенька пока будет дальше заниматься. Кирюшенька, ты уже эту страницу можешь играть сам, правда? Ты же большой мальчик. Ну, давай. 3, 4. Молодец. Кирюшенька, деденька, держи темп. Какая грудь, я ее увековечу. В дереве. Да нет, в золоте, в камне. Кирюш, а ты что не играешь? А где папа? Он же вроде сюда заходил. Не знаю. Жора! Жора? Зинуль, а ты чего прибежала? Я же сказала на минуточку. Пойдем, не будем мешать ребенку. Что такое? Ты сказал на минуточку? Да. Посмотреть, как Кирюша играет. Ага. Посмотрел? Ну что же ты не можешь ни одной юбки пропустить? Ну ты же клялся мне! Клялся. Пойду посмотрю, ну глаза этой минуточки! Зинуль, ну чего ты в самом деле, успокойся, там нет никого. Наташка, Наталья Филимонна, она вышла. Ее же к телефону позвали. Зуба мне не заговаривай! Зинуля, куда ты? Зина, Зинуля, Зиночка! Не трогай меня! Зинуль, ты давай успокоимся все. Зиночка. Наталья Филимонна, что вы делаете в этой комнате? Вы должны быть там с ребенком. Я к зеркалу подошла. Я вам покажу сейчас зеркало. Даже не смейте ко мне подходить. Ах ты ж, интеллигентка, прикидывай, шлюха! Наталья Филимонна! Что ты думала? Успокойся! Не трогай меня! Зиночка, Что ты думала? Что он тебя бьет, сделает деревянным? Зина, поговори! Зина! Шлюха! Я тебя дам мужиков уводить! От нормальной бабы мужик не гуляет. Лярва! Зина, успокойся! Что же ты такое? Девочки, не ссорьтесь! Не трогай меня! Наталья Филимонна, успокойся! Ну, и чем доканчивать-то? И не причинять страдания другим. Так. Другим. Все. Все, брат, им этого выше крыши хватит. Кирюня, пришло. Значит так, сначала мы летим в Зальцбург, и после этого планируется турне по Австрии и по Германии. Лёня. Да. Умоляю только, не надо, не травмируй меня, ладно? Лёня, ну не хочу я никуда ехать. Я просил тебя, не травмируй меня. Ну вот ответь мне, зачем я тебя? Как? Ну не люблю я все это. Все эти камеры на тебя наставлены, телевизионщики эти, которые опять будут задавать тупые вопросы. Да, Кирюша! Лёня, ну ты и сам без меня совсем прекрасно справляешься. Мое дело маленькое, сидеть в углу и писать музыку. Лукино, а сколько можно тебя еще ждать? М? У тебя совесть есть? М? Кирилл Георгиевич, простите великодушно, здрасте. Привет, Марин. Невозможно уже. Говорит одно, делает другое. У тебя совесть есть? Тепочка, я же просил тебя буквально 5 минут. Прошло 25 минут. Ты помнишь вообще, что у меня косметолог, что я записалась к ней за месяц? Я ждала, когда она из Франции вернется. Или мне что, опять спальню закрывать? Тепонька, я тебя... Кирилл Георгиевич, вы не могли бы его... Пустите. Да я его и не держу. Ну, пожалуйста, ну, солнце мое, ну. Клокину! Ну, пойди в машинку, а? Посиди там прохладно, послушай музычку, птичек послушай. Ну, пойми тебя, ну, это работа, понимаешь, это очень важно. Тепонька, ты хочешь во Францию? Вот если Кирилл Георгиевич поедет в Германию, ты тут же едешь во Францию. Кирилл Георгиевич,
Но вы же поедете в Германию? Ну, конечно, поедем. Тепленька, иди в машинку, ласточка. Ну, прости. Ну, Тепленька. Не сердись, роднуля. Шутит все меня это. С причудами. Лёнь, извинись за меня перед Мариной. Обломилась ее Франция. Кирилл, я никуда не поеду. Ну, пожалуйста, ну несколько слов о себе. Ну, напиши ты сам что-нибудь. И отстаньте вы все от меня. Так, слушайте. Кирилл Георгиевич, я... 2 недели вы мне компостируете мозги. То я еду, то я не еду, то я еду. Там 58 человек оркестра, которым уже раздали ноты вашей тантрической симфонии. Ганс Фердинанд настаивает, чтобы дирижировал именно ты. Не хочу я никуда ехать. Да мало ли, что ты... А тебя жена ждет. Да бог с ней, подождет, Кирилл. Ну чего, у фрицев не отнимешь? Кирюш, очень щедро платят. Правда, правда. Ну что тебе стоит палочкой помахать, Кирюнь? Ну правда, ну это очень хорошие денежки, Кирюнечка, а? Кирюнечка, не знаю. Ну чего не знаю? Ну что ты сидишь, как медведь в этой берлоге? Ну пора уже выбираться. А я тебе гарантирую массу новых острых ощущений. А вернется оттуда и с удвоенной энергией за свою работу. Бум! 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 Ты. Ступенька, скоро совсем отвалится. Не дай бог кого-нибудь покалечит. Митя еще скажу, приедет, починит. А я сейчас ваш смокинг почищу. Зачем? Так зачем? Вы же в Германию едете. Лукинов сказал. Название города помните? Не в Германию, а в Австрию. В Зальцбург. О, какое красивое название. Небось и город красивый. Да, наверное. Нина Васильевна. О, Господи. Голубушка, что с вами? Вы плачете? Нина Васильевна. Ты не обращайте внимания. Что, с Митричем? Нет. Ну, Нина Васильевна, вы не стесняйтесь. Если вам нужна помощь... Ну. Нет, проблемы у меня. Да. Дочку мою помните? Бегала тут, Юлька. Вы когда с Митричем поженились, она в Тулу поехала к маме к моей жить, да? Так. Ну вот. А тут вот вчера вдруг приехала и говорит, все, в Тулу больше не вернусь. Митрич сказал, что под одной крышей больше с Юлькой жить не будет. Поеду, говорит, или к сестре, или к сыну. Говорит, вот такой ультиматум. Говорит, или я, или она. Нина Васильевна, я вообще не вижу никаких проблем. Вот, баня стоит пустая. Пусть Юлька в ней и поживет. Сами ведь знаете, как она мне досталась. Прямо с участком. А ломать было жалко. Пусть Юлька здесь и поживет. Там комната есть. Ну, а после увидим. Ну, все образуется. Спасибо. Здрасте. Вы кого-то ищете? Блин, надо было мне вам фотку сбросить, чтобы знакомство, так сказать, состоялось без лишних вопросов. А вы вообще не изменились. Я ж дочка Нины Васильевны. Юля! Мать сказала, что вы согласны принять бездомную сиротку. А, ну да, да. Здрасте. Здрасте. Ну что ж, идите за мной, Юля. Ну вот, здесь ты будешь жить. Там парилка, душ. Диван! Блин! Я его помню! Я же в детстве на нем скакала. Угу. Там еще эта этажерка была с чашками. Да, была. Прикольно. Честно говоря, мне в детстве эта комната казалась побольше, а она вообще крошка. Телек.
Работает? Работает. Круто. А еще мне мать сказала, что у вас есть комната, где вы скелеты прячете. Какие скелеты? На это, типа, челанчик синей бороды. Туда нельзя заходить, потому что там 7 повешенных жен. О, Господи, что за бред? Да вы не дергайте так. Я это никому не скажу. Ха. Да. Что с тобой? Ты вся мокрая. Я просто постирать хотела. Вот тут такое. Вы не хотите, доктор? Почему? Я не виновата. Там вода хлещет. Да что происходит-то? Ты скажи внятно. Просто кран этот. Сломалась, открылся, я не знаю. Вода во все стороны там. Ну ясно, я перекрою воду. Черт. Блин. Ну что? Приветствую! Опасности, тел такое, подстерегает нас на каждом шагу. Это несомненный факт. Здравствуй, Славик. Ну, показывайте. Это тут. Блин, я только дотронулась, а он отвалился. Ну, давай, давай, чини аварию. Самое интересное заключается в том, что мы сами виноваты в своих несчастьях. Это доказано специалистами. А что, есть специалисты по несчастьям? Нет, специалисты изучают причины несчастных случаев. Блин, это у них такая работа? А, может, надо новый смеситель купить? Хочу вам сказать, что как только вы вообразите, что вы не в состоянии выполнить определенное дело с этого момента, осуществление этого дела становится для вас невозможным. Это мысль Спиноза, философ такой. Как вас зовут? Юля. Меня Слава. Так вот, Юля, большинство людей хотят видеть причины своих бед в невезении или в необъяснимом стечении обстоятельств. Ладно, я пойду. Позовите, когда закончите. А как писал
уже упомянутый сегодня мною Спиноза. Свободный человек ни о чем так мало не думает, как о смерти. Мудрость его заключается в размышлении о жизни. Все готово. Спасибо, Славик. Сколько я тебе должен за работу? Да не знаю, сколько, не жалко. Но мне, знаешь, сложно сориентироваться. А сколько стоит то, что ты починил? Да я, в общем-то, ничего не сделал. Вот. Как говорил мыслитель Диоген, сидя в бочке. Работайте не только ради денег. Любите, не думая о разлуке, танцуйте, не обращая внимания на взгляды тех, кто ревнует. Пока, философ. Если страх у человека становится постоянным, то этот страх превращается в подлость. Это сказал Аристотель. Ага. А он не говорил, что надо делать, чтобы не бездеть? Говорил. Но? Ну, что-то типа того, что нужно верить во что-то высшее. А что ты не пьешь? Мне нельзя. Я буйно умным становлюсь. Девочки, работаем, работаем! Добрый вечер! Добрый! Какой интересный мужчина! Сейчас мы вам такую же интересную подругу подберем. Ну вот, блондинку, например. Кристина! Хватит? Да? Привет, малыш. До свидания. Дорогой, ты что-то забыл? А нам еще вторую слева. Анжела, тебя. О, миленько у тебя тут. Располагайтесь. Глянь, слоники какие, а? Малыш, может, музыку поставим? О, нет, только не музыку. Ну, давай телевизор. Тем более. О, винишко. Винишко – это хорошо. Угу. Прошу. Такая машина у тебя красивая. Да? Че, какой марки? А у нас машина ГАЗ. Это что, прикол, что ли, какой-то? Я не догоняю. Слушайте, девчонки, светает уже, а завтра на работу, а мне еще выспаться надо.
Давайте-ка я вас лучше до станции довезу. Эй, ну ты чего? Нет-нет, хорошие вы девчонки. Или вот вам еще. Пока. Ну, это как-то неудобно получается. Слушай, давай, может, мы тебе постираем, что ли, а? В другой раз. Привет, Морда. Ты здесь. На, ешь. Ешь. Смотри. Смотри, что тебе принес. Ну, иди ко мне. Иди. Не хочешь? Эх ты, морда, морда. Ну ладно. Где мама? Почему? Ой, ой, здрасте. Почему ты убираешься? Мать затемпературила. Вот я за нее. Ну вы не волнуйтесь, я все сделаю. Вы даже не заметите разницы. Ну ладно, я в студии. Постучи перед тем, как зайти. Мне мать сказала убраться в этой комнате особенно тщательно, потому что вы проводите здесь много времени. А еще я не смогла открыть комнату около спальни. Нет, там не нужно убирать. Это и есть эта загадочная комната? Поаккуратнее здесь, не нажимай ничего. Что? Блин! Эта музыка, она мне... Всю душу вывернула. Вы придумали. Нет, не я. Эту музыку написал Глюк. В смысле? Австрийский композитор Кристоф Глюк. Больше 200 лет назад. Блин. Офигеть. Этой девке столько лет под нее ревут. Да. Простота, правда и естественность. Вот три принципа прекрасного. Он писал под этим девизом. А у вас какой девиз? У вас нет девиза? Есть. Какой? Каждый должен заниматься своим делом. Это не девиз. А что это? Намек. Дайте воды напиться. Привет, пап. Юрка! Юрка! Привет. А что ж ты не предупредил-то, что приехал? Я позавчера прилетел. Мотаюсь по делам. Не знаю, когда будет минутка свободная. Звонить тебе бесполезно, телефон вечно выключен. А если бы я уехал куда-нибудь? Да, ты из этой своей берлоги больше, чем на полтора часа не вылезаешь. Возмужал. Между прочим, дом этот строился, чтобы ты жил здесь вместе со мной. Или в гости приезжал со своими детьми. Па, ну какие дети? Я только учиться закончу. Проходи.
Неужели закончила? А сколько же люди в этом Берлине учатся? Какая разница? Главное, что я диплом защитил, и моим фильмом заинтересовался кабельный канал. Немецкий? Нет, вьетнамский. Ну, конечно, немецкий. Юрка, это дело надо отметить. А ты диск привез? Какой диск? Ну, с фильмом своим дипломным. А тебе что, интересно? Вот ты спросил. Ну, конечно, интересно. Что за фильм? Как снимал? Правда, я даже не подумал. Ладно, я пришлю тебе ссылку, ты посмотришь. Не забудь. Кино как раз про таких, как ты. Про музыкантов? Ну, можно и так сказать. Да. В основном про то, что народ разучился общаться. Вот ты, к примеру, замкнулся в своей деревне, влез сам в себя, как в саркофаг, и ничего тебе не надо. Не знаю, о чем ты, меня все вполне устраивает. Ты называешь это жизнью? Да, называю это жизнью. Ну, не надо. Ну, символически. А может, ты чаю? Не, не хочу. Нет? Ты же, наверное, голодный совсем. У меня суп есть щавелевый. Нет? Ну, за окончание, с приездом. Как мама поживает? Там мы не общаемся. Понятно. А ты дедушку Агафона помнишь, тут жил у нас на поселке? Нет? Ну как же, ну в детстве тебе все деревянные игрушки дарил, сам делал. Нет. Наверное, о смерти моей, сынок, ты узнаешь из средств массовой информации. Ну, пап, ну что ты, ну... О, а это что за чудовище? Так, так, так. Опа! А, это дочка Нина Васильевна. Это Юлька? Да, выросла. Пустил пожить на время. Она у тебя в бане живет? Ну да, у нее там какие-то проблемы. А чем она занимается? Не знаю. Пойду пообщаюсь. Ну что, друг, давай обнимемся? Блин, ты что тут делаешь? Мать говорила, ты в Германии. Приехал по делам. Решил отца повидать. Через 3 дня обратно. И что, ты правда стал режиссером? Да. Прикольно. Слышь, а помнишь, я в тебя гнилыми яблоками бросала? Не помню. Зато как ты меня в кусты затащила, помню. Чё? Ты чё гонишь? На слабо меня взял. Кто трусы снимет, я-то сняла, а ты чё? А как ты тут живёшь? Нормально? Нормально. Мышь не беспокоит? Не беспокоит. Кран только в душе какой-то подозрительный. Обожаю чинить краны. Да ладно. А тут? Хочешь, посмотрю? Ну, посмотри. Никакой ты не режиссер, урод конченый. Какая змеища выросла. А ты что, полез к ней? Да не полез, а так за задницу подержался. Зачем? Хотел весело время провести, а она, похоже, тебя застеснялась. Зря ты ее впустил. Привыкнет, начнет мужиков водить, потом по пьяни баню тебе сожгут. А тебе-то какое дело? Ты же все равно здесь не живешь. А так, по-родственному предупредил. Мы сами как-нибудь во всем разберемся. Я... Пора мне. Тебе деньги нужны? Нет, пап, спасибо. Мне вполне хватает твоих ежемесячных субсидий. Нет, ну, мало ли, вдруг тебе еще на какие-то траты понадобится. Ты говори, не стесняйся. Хорошо. Спасибо за все. Угу. Да, а как ты добираться собираешься? Тебя подвезти? Не-не, нормально все, не беспокойся. Ну, все, пап.
Так ты что, даже такси не отпускал? Я позвоню. Ой, что, уже суббота? Понимаешь, когда мы идем на рыбалку, мы берем с собой червей для рыбы, а не торт для себя. Вот так вот. Давай. Между первой и второй перерывчик небольшой. Слушай. Вы позволите? Алло. Ну ничего себе. Да это дочка, Нина Васильевна. Да ладно, врешь. Вот приютил на время. Скоро уедет. И ты что, вот так возьмешь и просто отпустишь? Не понял. Ты на что намекаешь? Не, ну у нее уже все там при себе. Ты разуй глаза. Она еще совсем ребенок. Шел бы ты. Мне работать надо. Да ладно! Это ты заработался, одичал он совсем. Посмотри на этого ребенка. У нее вон за плечами такая бурная жизнь. И вообще, мой тебе отеческий совет. Женщины, они приходят и уходят. А вот соседи всегда остаются. Поэтому предлагаю выпить за нашу нескончаемую мужскую дружбу. Ты не будешь? Ну, я один. Ну, что ты не подходишь ко мне, морда? И кто ж тебя так обидит, а? Она же вас не признает. Зачем вы ее кормите? У меня в детстве была такая, похожая. А мне мать сказала, что бездомные собаки опасны. Чем? Ну, по радио передавали, типа в лесу завелись дикие лисы и еноты. Ты думаешь... Енот мог бы укусить такую собаку? Не знаю. Я, кстати, в магазин собираюсь. Хочешь со мной? Да. Ой, а давайте еще на обратном пути заедем на озеро. Искупаемся. Ну, так, быстренько. Вы же не против? Да нет, не против. Класс! Ой, не-не, вы что, не надо, я ж намочу. Ничего. Не хватало, чтоб... Не хватало, чтоб ты простудилась. Ну что, поехали? Да. Ой, минуточку. Боже мой, это вы? А что вы здесь делаете в этом месте? Я не понимаю. Вы же, боже, ваша музыка, она, знаете, она меня так наполняет. Вы гений. Право слово. Вы. Это все должны знать. Гений. Сейчас. Гений. Это что было? Стойте. Кирилл Георгиевич, не поверите. Всю ночь думал о вас. Правда, жена подтвердит. Ну. Вы должны быть на телевидении. Вы должны чаще бывать на телевидении. Вы должны писать. Вам есть что сказать. Правда.
Я пошел. Спешите, пожалуйста, хорошо? Спасибо. Да, спасибо. Извините, пожалуйста. Я понимаю. Извините, простите. Стойте! Я... Исекиль Наумович. Руденберг, вы меня помните? Первая скрипка. Я репетировал вашу симфонию, но когда играю, просто скрипка сливается с телом, с душой. Извините. Гений. А, гений! Блин, так вы знаменитость. Да бросьте, какая знаменитость? А что я тебе круто говорил? Простите, Кирилл Георгиевич. Неужели это? Это моя жена Софа, познакомьтесь. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте вместе сфотографируемся. Можно попросить вашу дочку все это зафиксировать? Да. Ну, да, вообще-то это не моя дочь. Ой, боже мой. Софа, ты? Какой конфуз. Бывает. Я всегда можно, говорю не то, что думаю. Можно, бывает. Но музыка в душе это главное. Вот пожалуйста, там зеленая лампочка, как погаснет. Юлечка, сфотографируй уже, и поедем. Да. Это вот вот. Можно, потомкам, можно, да. Да. Часто вам такие психи встречаются? Ну, бывает такой раз в год. Выбегает на улицу какой-нибудь чудак и начинается. Это очень круто. Я ж думала, вы просто на даче сидите там, что-то какую-то музыку пишете. А вы, оказывается, знаменитость. Ну, так оно и есть. Сижу на даче и пишу. Пишу и пишу. Сыграете? Ну, приходи сегодня ко мне вечером. Дам послушать. А заодно и поужинаем вместе, если, конечно, хочешь. А то я приду. Я здесь, в гостиной. А это вы чё? Да вот, попытался создать красоту и уют. Это что, вы все для меня, что ли? Почему? Это для нас двоих. Просто надоело однообразие. Вот ты решил тебя и себя немного развлечь. Садись. Зачем? Да садись уже, ужасно есть хочется. Садись. Спасибо. Так красиво. Можно водички? А, конечно, можно. Блин, какой здоровый рак! Это не рак. Я не видела. Это не рак, это лобстер. Лобстер? Ага, водится в морях и океанах. Крутой. А это что? Это гребешки. Чьи? Ничьи. Это морские гребешки. Живут в раковинах, как вот эти мидии. Ух ты. А это что? Зелененькое? Это спаржа. А это растения или животные, как эти? Это растение. А. Ну? Ну? За встречу. Вкусненько. Ну, что ты сидишь? Ешь, накладывай. Я не знаю, я не умею такое кушать. Ну? Так. Кушай как получится. О, помидорчик. Это я могу. Иди. Спасибо. Вкусный. Да? Хлеб? Спасибо. Анекдот вспомнила. Можно расскажу? Можно. Идет мужик по лесу. Видит, девочка на березе висит, маленькая такая, в платьишке, зубами вот так вцепилась и висит. Ну, мужик удивился и спрашивает: девочка, девочка, а ты что тут висишь? Она ему сквозь зубы отвечает: шок пью.
Дурацкий анекдот. Почему смешно? А где ваша жена? Она раньше все с розами по саду носилась. Жена была, да сплыла. Это как? Поехала во Францию в командировку. И что? Чего? Там и осталось. Розы без нее зачахли. А чего это ты вдруг про жену мою вспомнил? А давайте слушать вашу музыку. Конечно. Сейчас поставлю. Но сначала шампанского. Ой, господи, ты знаешь, я совсем забыл. Мне надо кое-что по работе сделать. Срочно. Забыл, совсем забыл. Да, сейчас я пойду. Я быстренько только приберу. Вы скажите, тарелки эти можно в посудомойку? Или лучше я руками помою? Нет, я сам совсем справлюсь. Спасибо тебе за прекрасный вечер. Пожалуйста. Спасибо. Пока. Пока. Тебя проводить? В баню? Мне не надо. Добрый день. Добрый. Девушка, куда это вы собрались? Опята пошли. Собрать надо. Правда? Ну, за грибами-то вроде поутру. На рассвете ходят. Это все фигня. Это же опята. Они вылезают на пень независимо от солнца. Ну, такие грибы. Либо они есть, либо их нет. Ну, так что, вы идете со мной? Только я в грибах ничего не понимаю. Зато я очень хорошо понимаю. Все, собирайтесь. Скажи-ка, а что ты собираешься с этими грибами сделать? Не знаю. Пожарю, наверное. Есть их потом будешь? А чё? Хотите, вас угощу? Вкусненькие, на сковородочке, с лучком. Нет уж. Они мне почему-то поганки напоминают. Такие в детских книжках рисуют. Ну и зря. Ну, расскажите мне ещё что-нибудь. А что тебе рассказать? Ну, что-нибудь про любовь, про красивую, про хорошую любовь. Ну, хорошо. Как-то в юности я прочитал один рассказ Стендаля о том, как одна девушка очень сильно любила одного мужчину. Обалдеть! Да. Так вот, она его так сильно и безответно любила. Что умерла? Умерла. Но как? Как? Когда она поняла, что смысл жизни исчез, она нанесла в комнату цветов много-много. Ну, очень много. Легла спать и умерла, точняк. Точняк. Ну и зачем вы мне это рассказали? Ты же просила. Ну я же просила про хорошую любовь, про красивую. Ну а так в жизни бывает. Любовь и смерть очень близки друг к другу. Ой, это правда. Я смотрела фильм «Анна Каренина» давно, в детстве. Она, в общем, так в него влюбилась, что из-за него, из-за любви пошла и бросилась под поезд и умерла. Нормально это вообще? Ну вообще-то я не соглашусь, что Анна Каренина бросилась под поезд из-за любви. Ты сначала прочитай книжку. И поймешь, что дело там совсем не в этом. Не-не-не-не. Книг я не буду читать. Там все неправда. У нас в классе была девка, она прочитала всю «Войну и мир». Она даже фразочки какие-то выписывала оттуда. И что вы думаете? Она воровать потом стала, ее посадили. Теперь в Мордовии на зоне книжки читает. Так что я толстых книг не читаю принципиально. Так вы точно грибов не хотите? Точно. Тогда я их заберу? Да.
Митрич их засолит. Юлька моя вам не мешает? Да нет, я ее почти не вижу. Я скоро заберу ее от вас. Куда? Южная Бутова. Как в Бутово? Я созвонилась со своей знакомой хорошей, она там живет. Она как раз ищет сиделку для своего парализованного отца. И вы думаете, она справится? Да там делать особенно нечего. Покормите вы книжку ему почитать. Ну да, книжки дедушке читать – это занятие для Юли. Мне тоже так кажется. Я вообще уже думала, все, она читать разучилась. А сегодня захожу к ней, смотрю, держит вот такую толстенную книгу, открытую. Я глянула, смотрю, Анна Каренина. Ну, я поняла, если бы какой-то там детективчик, а тут, представляете, Анну Каренину читает. Мне даже от сердца отлегло, да. Юля? Ничего, ничего. Все пройдет. Что случилось? Я Анну Каренину читаю. Понятно. Че понятно? Блин, вышла на лавке посидеть. Про нее вспомнила, как накатила. Я всю жизнь думала, что это тетка какая-то пожилая. Она ведь совсем на чуть-чуть меня старше. Ну нафига ей нужен этот дебил Вронский? Че смешного? А мужчинам все равно этого не понять. Ну да. Пойдем-ка я тебе кое-что интересное покажу. Не, вам работать надо. Да ладно, пойдем. Пойдем, пойдем. Иди за мной. Вот смотри, одно время я увлекался собиранием коллекции вин. Опля! Ух ты! Круто! Все понятно. Теперь, кажется, я знаю, что вы храните в своей тайной комнате. Это уже остатки. Ничего себе остатки. А где все остальное? Что случилось? Да, интерес потерял. А сейчас время от времени я уничтожаю эту коллекцию с приятными людьми. Вот смотри, вот это французское вино Шевель Блан. Ему уже больше 20 лет. Да ладно? Круто. Удивительное вино. Раньше о вине я мог рассказывать бесконечно долго. А сейчас стал поспокойнее. Я хочу тебе показать, как надо по-настоящему пить. Буду твоим сомелье. Чем? Ничем, а кем. Так когда-то во Франции называли слугу королевского двора, который отвечал за винный погреб. А сейчас в ресторанах так называют специалистов по винам. Крутая у них профессия. Да, сомелье профессия непростая. Он должен уметь составить винную карту, проводить дегустацию вин. О, дегустировать я хорошо умею. Да? Чего делать? Для начала разожжем камин. А что это за вещица такая? А я тебе сейчас все объясню. Эта штучка называется декантус. Это такая специальная воронка, вот видишь, как шипит, для насыщения вина кислородом. А зачем ему кислород? А благодаря ему вино раскрывает свой аромат. Это называется привести вино в чувство. Оно томится в бутылке, а при помощи декантуса закрытое вино становится в бокале подышавшим. Можно пить, но только маленькими глоточками. Тебе еще? Можно. Ведь у нас сегодня с вами последний вечер. Как последний? О чем мать ничего не сказала?
Она ж мне работу нашла. Я буду ухаживать за дедом парализованным. Да, что-то говорила. И там, что ли, надо жить? Ну да. Он один, ему совсем плохо. Вот они и сиделку искали. Так что завтра вечером я все, уезжаю. Спасибо вам за все, как говорится. А можно я музыку включу? Дедушка в Бутово. А дедушке найдем бабушку. Ведь она за ним ухаживает. А ты будешь ухаживать за мной. Зачем же за вами ухаживать? За тобой. Что за мной? Говори мне ты. Я не могу. Она, да? Ну ладно. Только при матери я буду говорить вы. Хорошо, уговорила. А хочешь, расскажу тебе о своей первой любви? Угу. Когда мне было 4 года, она была меня старше. Я был уже 5. Она была дочкой доброй тетки, которая работала в прачечной. Моя любовь решительно отказывалась меня замечать. И вдруг однажды она сама подошла ко мне и сказала, что хочет мне что-то показать. Боже мой, моему счастью не было предела. Неужели она сама подошла ко мне? Неужели это наяву? Ну и, конечно, я доверчиво пошел за ней. Ну и что? Нет, дальше страшно. Не буду рассказывать. Расскажи, пожалуйста. Ну вот. И вот эта девочка-ангелочек с ясными голубыми глазами привела меня в заросли крапивы и там бросила. Кошмар. Кошмар. Я стоял один в крапиве, боясь пошевелиться, чтобы не обжечься, и плакал. Плакал? Угу. Нет, не от боли даже. Скорее от обиды. Это была ужасная душевная травма на всю жизнь. Вот так. Ну, теперь давай ты рассказывай. Чего? Ну, о своей любви рассказывай. Я не знаю. Ну, первое, что пришло в голову. Нет, я не могу, мне стыдно. Стыдно? Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Ладно. Это было в детском саду. Так. Ко мне подошли 2 пацана из нашей группы. Так. И попросили показать пипиську. И что, ты показала? Нет, конечно. Все? А что же здесь страшного? Они сказали, что дадут мне ириску. Ириску? За пиписку. И ты что, показала?
показала. За ириску. За две. Их же было двое. Ой, извини. Да. Сынок, привет. Привет, пап. Я закончил свою работу. Ага. Очень жду тебя. Приедешь? Да, хорошо. Попозже. Пока. Ой, кто это к нам пришел? Привет, пап. Здравствуй. Здрасте. О, боже. Кирилл, какая красавица. Ай-яй-яй-яй-яй. Я Юля. Юля, давайте я вам проведу маленькую экскурсию. А давайте. Ты видишь, какой крепыш? Блестящий. Когда был в Финляндии, один олигарх мне его заказал. Думаю, ну зачем бегемот? Оказывается, у них это символ достатка. Вот эту девочку я очень люблю. Она мне очень дорога. Красивая. Пап, ты вообще-то не забыл, зачем мы пришли? Давай, показывай, что ты там закончил. Хорошо. Нифига себе поворот. Офигеть. Правда, круто очень. Блин, но... Что но? Невеликовато. Это же мощь. Начало-начало. В этом вся сила. Все, конечно, натурально, круто. Но это, блин, перебор. Большой? Да. Ну, по правде, да. Пап, ты... Отец, ты что собираешься делать? Нужно, чтобы все было натурально. Вот будет вам натурально! Жалко-то как. Теперь ты меня понимаешь? Не ради баб, ради упоения. Все мы хотим одного, чтобы нас любили. Да ничего я не хочу. Хочешь, боишься признаться. Девочку свою береги. Она того стоит. Она настоящая. Ох, вон как у тебя глаз загорелся, а? Сразу видно, есть крылья. Признайся, признайся, признайся. Ладно, есть крылья. Все. Есть. Я тебе позвоню. Пока. Кирилл, дорогой, как я рад тебя видеть. Здравствуй. Вот уж не ожидал, что смогу выманить тебя из твоей берлоги на мою оперу. Правда, режиссер там немного напортачил, но... Вот, познакомьтесь, Юля. Здрасте. Очень приятно. Шикарно выглядишь, Юля. Друзья. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Пожалуйста. Паша, места на четвертом ряду.
Какая опера интересная. Они что, по канатам лазить будут? Наверное. Что? Я вспомнила кое-что. Что вспомнила? Мне ничего не удобно. Юль, что ты там вспомнила? Ну, в общем, когда я была в 7 классе, ну? Я на физре залезла на канат, на самый верх. Так. Училка стоит внизу и орет: слезай давай. Ну, я, в общем, поехала. А ноги у меня сжаты. Угу. И тут меня как в башку ударило. Я не понимаю, что происходит со мной, блин. Искры из глаз посыпались, руки дрожат, ноги дрожат. Я не понимаю, что это такое. Я же такого никогда не испытывала. Ну, потому что, конечно, я поняла, что это первый раз произошло со мной. А что первый раз? Ну, ты чего? Ну, это того. Что это того? Ты что, не понимаешь? Нет. Как? Кончила я. От каната? Да. Я потом нашим девкам всем рассказала. А они, знаешь, что в очередь выстроились у каната. Пацаны смотрят, не понимают, что происходит такое. А девки там что-то трутся, лазят туда-сюда, туда-сюда. На них, в общем, никого не получилось испытать такое, как у меня. Ну, только две там что-то такое похожее было. Ну, ты здесь самая красивая. А учитель, чего? Ты здесь самая красивая. Мне так никто не говорил. Честно говоря, я ничего не поняла. Честно говоря, я тоже. Ирония – это же эмблема постмодернизма. Я никогда не соглашусь с тем, что трактовка постмодернизма как регресса модернизма основана на констатации эрозии тех высоких эстетических, философских идеалов, которые связаны с именами Фрейда, Канта. Адекватная форма выражения гиперактивности, гиперреальности в твоей музыке являет стихию исчезновения, фиксируя прозаизм и скуку современной жизни и циничную усталость от псевдомагии. Это замечательно. Да, да, да. Вот за это. Шампанского. А будешь? А вот, представляешь, композитор Гершин, понимаешь, в рассвете своего таланта приехал в Европу, встретился с композитором Равелем, попросил у него вроде композиции. А тот говорит: я дорого стою. А он говорит: а я зарабатываю в год 100 тысяч. Он говорит: 100 тысяч? Это я, говорит, должен брать у тебя уроки. Логично. Слушай, а что мы тут делаем? Я думаю, тебе интересно. Издеваешься? Нет. Кирюша, это твоя дочка? Верочка, ты же прекрасно знаешь, что у меня сын. И он гораздо старше. Ах, да. Она миленькая. Где ты ее нашла? А я сама пришла. Как кошка. Пикантно. Но сейчас, в постмодернистской ситуации, когда реальность превращается в модель... А вы знаете, я ведь очень вежливая девушка. А в чем эта вежливость выражается? Дело в том, что, когда я посылаю человека на 3 буквы, я обязательно перезваниваю и спрашиваю, как он добрался. Вера, я позвоню. Кирюша,
миленький мой. Ну, что там у нас, а? Кирюш, ну, когда она будет готова, эта наша ораторика, а? Знаешь, я подумал, не могу я никуда ехать. Кирилл, убей меня, а? Ну, правда, убей меня к чертовой матери. Ты ж меня режешь вот так, без ножа. 58 музыкантов сидят и ждут твои ноты, твою ораторию, а ты не могу, не могу. Лёня, ну не сейчас. Ну когда? Ну что ты на меня давишь? Я давлю. Я не знаю, не могу я писать. Вот, сажусь, смотрю на клавиши, а в голове пусто. Вот здесь все чувствую, все знаю. А пытаюсь выразить, ну, не то. Красиво как поешь, а? А сроки? А неустойка по договору, это как? Я же тебе только что все объяснил. Ну, есть такое слово, Кирюш. Надо, надо, Кира, надо. Хвастаюсь, а. Люся, ты что расселась-то, а? Ну-ка, давай, выходи. Выходи давай. Господи. Вы же не торопитесь, нет? Да вообще-то мы опаздываем. Я на секундочку. Слушай, Кирилл, вот все в дом. Все в дом. Вот жене шубу купил. Люся, ну-ка, иди примери. Ну вот еще жара такая. Ты меньше говори, больше делай. Действительно, зачем шубу летом-то? А как? Готовь сани летом. Так летом же скидки на шубу. Вот. Нет, ты посмотри, красота какая, а. А мех, а? Мех! А как сидит? Да ты потрогай, не бойся, а? Потрогай! Слушай, знаешь, сколько заплатил? Ты не поверишь. Ну все, неудобно. Шапку хотел купить. Денег не хватило. А я знаю, что это. Это храм Христа Спасителя. Угу. А ты знаешь, что совсем недавно, до него, был бассейн? Бассейн? Да. А до бассейна стоял такой же красавец-храм, который в 32-м году взорвали, и вот на месте этой дыры построили бассейн. Но, к счастью, справедливость восторжествовала, и сегодня на месте бассейна опять стоит красавец-храм. А хочешь, я тебе свою Москву покажу? Покажи. Аккуратней. Ничего себе. Потрясающе. Вся Москва как на ладони. Дима, я тебе покажу что-то. Так. Не поскользнись. Стой здесь. Стой. Держи. Подожди. Что там? Не может быть. О, блин. Это мой тайник. Ну-ка. Сейчас. Не открывается. Давай помогу. Ты представляешь, вообще он столько лет пролежал, ты еще со школьных времен, смотри, все сохранилось. Свечка. Свечка. Это кулончики мои. Давай зажжем. Знаешь что? Что? Знаешь, откуда свечка? Я просто однажды влюбилась в пацана, а он на меня не обращал внимания. Я крутилась уж перед ним и так, и сяк. А потом придумала, что сделать. Я написала ему записку. Приходи в 7 вечера на крышу. Я устроила ему романтику, ждала, а он не пришел. Не смотри на меня так. Ну я не могу, когда ты так смотришь. Ну как? Ну что ты со мной делаешь? Что? Я не могу. Ну что, Юль? Хочешь, я тебе секрет скажу? Скажи. Мне ни с кем так хорошо не было. Мне кажется, я тебя люблю. Кажется.
Насчет санатория? Когда ничего. Я, знаешь, пока выпал из жизни. Ну, это не впервой. Мне не привыкать. Творец, да? Творец. Ничего, сейчас быстренько. Сотвори эту ораторию и возьмем ее с собой. Погоди, погоди. Так когда мы летим? 28-го, как договаривались. Все, Кирюш, два раза откладывали. Больше номер не пройдет. Лень, я никуда не поеду. Я не понял, как это, а? Пусть этот Лошонцы без меня дирижирует. Одну симфонию. Оратории пока не будет. Ты соображаешь? Ты что говоришь вообще? Это Лошонцы, Квашонцы, а? Молодой надирижируется. Должен дирижировать именно ты. По договору. А как оратория? А как я буду оправдываться перед дирекцией Ландес-театра? Что я скажу этому нашему антрепренеру, этому Гансу Фердинанду, чтобы он перевернулся вместе с этими гастролями? Это что мне нужно, Кирилл, это турне? Все? Нет! Не все! Я прошу, чтобы ты объяснил мне, в чем причина. У тебя руки отсохли. Вот. Она все здесь. Да? А ты мне еще скажи, что ты влюбился в нее, а? А ты женись на ней, Кирюш, а? Прям картина Пухкерева, неравный брак, Третьяковка, а? Вот все обхохочется-то, а? Давай, давай, выставь себя полным идиотом. Не собираюсь тебе ничего объяснять. Конь, о чем мне объяснять? Всего четверть века дружим. Я понял, Кирилл. Ты боишься, что она сбежит. Ты уедешь, она сбежит, да? А ты не бойся, Кирюш, не бойся. Мы вернемся, я тебе целый автобус вот таких вот привезу. Точно таких же вот, таких маленьких, хитреньких сучек. Ну все, все, Кирюш, ладно. Пошел ты знаешь куда. Вот, вычистила, выпарила фраг. Лучше всякой химчистки. Так хочется посмотреть, как он будет стоять в нем за дирижерским пультом. А теперь можешь спокойно выкинуть его на помойку. Ты чего? Того. У твоего гения на старости лет крыша поехала. Ты что несешь? Мать, я, к сожалению, с сумасшедшими не работаю. Будь здорова. Дурацкие истории. Ему работать надо. Он же гений, понимаешь? Господи, как я людям в глаза буду смотреть, если не дай бог, что случится. Что случится? Да я ж тебя хорошо знаю. У тебя ветер в голове, а у него музыка. И это понимать надо. Не отвлекать его на всякую вот эту вот ерунду. Я его не отвлекаю. Я ему нравлюсь. Он прикольный мужик, мне тоже нравится. Он прикольный мужик. А ты? Сейчас покрутишься здесь и как в Туле. А что в Туле? Ты что-то про Тулу знаешь? И знать не хочу. И вот молчи тогда. Я тебя очень хорошо знаю. В общем, так, все. Из этих отношений ничего хорошего не будет. Так быстро собрала вещи свои, взяла и поехали. Как собирались? Мать, ты соображаешь? Как собирались? Все, я сказала. Я сказала все. Он же совсем одичал. А что это он одичал? Мы с ним были. Ну кто мы?
Ты, Лукинов, и сосед этот пьян. Ох, как я тебя знаю. Обидишь его, прокляну. Я тебе серьезно говорю, прокляну. Ну как я его обижу? Он же такой хороший. Он очень хороший. Он очень хороший. Главное, вот внимательно его слушай. Книжки читай. И поменьше демонстрируй свой дурацкий характер. А то останешься, как я. А что ты? А что я? Единственный человек, который проявляет ко мне заботу и спрашивает, что-нибудь вам нужно? Это кассир из Макдональдса. Вот что я. Ну, ты чё, не расстраивайся. Юля! А, ку-ку. Я хочу тебе кое-что показать. Что? Ну, для начала я закрою тебе глаза. Зачем? Это пока секрет. Ну, что? Вот ну, расскажи, ну, пожалуйста. Сейчас. А, ничего не видно. Все, пошли. Так. Ой. Аккуратненько. Ой. Иди. Ну, куда ведешь меня? Ну, расскажи. Подожди. Ай. Иди. Ой-ой. Пришли? Пришли. Загадочная комната. Блин, какая красотища. Нравится? Можно поближе смотреть? Ну, конечно, проходи, смотри. Это пиратский корабль, да? Да, это бригантина. На таких пираты бороздили моря и океана. Это у Стивенсона было. Им очень весело живется. Они захватывают корабли, сжигают их, а деньги берут себе и взрывают их в каком-нибудь заколдованном месте на своем таинственном острове. У меня в детстве все книжки были про моряков. Я мечтал о море, бредил кораблями. Жутко хотелось стать моряком. А потом оказалось, что меня сильно укачивает. Я на корабле и 10 минут не выдерживаю. Я тебе, кажется, утомил? Нет, что ты. Я просто обалдела. Как можно собрать коллекцию с такой красоты и еще никому не показывать? А показывать-то зачем? Не знаю. Похвастаться. Зачем? Знаешь, я такой человек... Очень не люблю пускать посторонних в свой внутренний мир. Ненавижу, когда мне в душу заглядывают. Нечего там делать. Ждешь. Смотри, какая вкуснятина. Ну, что ж ты за человек такой, а? Стой-ка! Стой, я сказал тебе! Убиваю! Сосед, ты чё делаешь? А ну, отпусти его! Сосед! Убью! Оставь ты его в покое! А ну, отпусти его! Отпусти ты! Отпусти, дурак! Люди, помогите мне! Да тебя же посадят, придурок! Стой-ка! Я убью! Все!
Ну? Я ведь, Кирилл, ни сном, ни духом. Пришел домой, а моей дома нету. Я думаю, куда пошла? Вроде никуда не собиралась. Ну и пошел в сарай. Прямо ноги сами туда привели. Они там. Лежат на моем матрасе. Блин, я еще выкинуть не дал его. Она хотела. Он на ней. И главное, я в дверях стою. Они меня видят, остановиться-то не могут. Она глядит прямо, взгляд такой мне. Ладно, мы хоть с кем-то, а то ведь вот с этим. Ладно, я ей шубу купил. Шапку хотел купить. Ну как же так, а? Вот скажи мне, как же так, а? Что, нету больше ничего? Увы. Вино могу предложить. Да не, ну. Что вино? Кто ж градус-то понижает? Пойду я, наверное, домой. У меня там есть. Юля! 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 Не то слово. Еще бы 10 минут, и все. Инфаркт. Испугался. Испугался. А я всегда так над бабушкой прикалывалась. Она все равно каждый раз боялась, что я сбегу. Она же должна была маме что-то говорить, где я. А я все равно от нее сбежала. Ух ты! Какой классный букетик! А что, сегодня опять у кого-то день рождения? Нет. Это тебе. Нет? Да. А за что? За что? Просто так. Приятное захотелось сделать. Ты что? Что с тобой, девочка моя? Мне никогда никто ничего просто так не делал. Значит, будем срочно исправлять эту вопиющую несправедливость. Что ты хочешь, чтобы я еще для тебя сделал просто так, что? А сделаешь? Сделаю. Честно? Честно? Честно, честно? Все, что хочешь. Ну, тогда мы сегодня идем в ресторан. В ресторан? Угу. Какой? А в наш, в хуторок. В хуторок? Да. Может, лучше в Москву куда-нибудь съездим, посидим? Не, ну какой смысл? Меня же там никто не знает. Покажу что-то. Дай руку. Ой.
смотри. Очень трогательно. Ты знаешь, я все время, когда мы с тобой вместе, думаю, ну как это возможно? Ну мне как-то не верится, понимаешь? Мне кажется, что я нахожусь в каком-то чужом сне. А вдруг он закончится? Два человека одновременно не могут видеть один и тот же сон. Ой, жена моя! А где ты бродишь? Ну, мне прям пописать сходить нельзя. Пописать? Это же дело святое. Пойди, где я слышу такое, что ты придумал. Так, давайте приступим к обсуждению контракта. Давай. Ты, Лукинов, лучше расскажи, что там твой Краснев. Все нормально. Как дела у него? Нормально. Нормально. Основную, ну, главную мелодию фильма ты должен... А правда говоря, что он уже музыку писать не может? Влюбился какой-то, прости? Ну, кто это сказал? Да ладно, что ты из себя девочек строишь? Рассказывай, Лукинов, это же интересно. Да, ну просто человек в краткосрочном творческом отпуске. Ведь вы художники, народ такой. Да ладно, что ты мне мозги-то получишь, а? Не может его писать Кирилл. Так и скажи, не может. А хочешь мое личное мнение? Он и не мог никогда. Да бог с ним. Бог с ним, с Кириллом. Что ты привязался? Давай поговорим о контракте. Аванс я высылаю тебе после... Да ладно, сдулся твой Кирилл. И ты правильно сделал, что его бросил. Вот я тебя подобрал, и я тебя подниму. Подобрал? Ты кто такой вообще? Сколько тебе лет? Тебе же давно пора внуков нянчить, а ты все еще в молодых, подающих надежды композиторах ходишь. Вот не надо и... так, я ведь и в морду могу дать. Это ты мне? Да, да! Ну дай, ну заныривай, ну дай! Если в тебе осталось что-то мужское, не смей! А я контракт не подпишу. Да насрать мне, да ты что? Скотобаза! А этот контракт тебе нужнее, чем мне! А Кирилл гений! Таким родиться надо! У тебя шансов нет! Сосед повесился. Как повесился? Почему? Черт, я даже имени его не знаю. Он всегда отзывался на соседа и не обижался. Ужас. Но ведь он ее вроде простил. Но я же их утром вместе видела, они в магазин шли. Не знаю. Сам ничего не понимаю. Может, его убили, но он сам не мог. Он даже руку ей подал, когда через речку шли. Значит, не простил.
и крюк пригодился. Юля! Юль! Юля! Юля, смотри, что я тебе принес. Ну, вылезай. Ну, все, 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 все. Все, проиграл, сдаюсь. Юль, ну, вылезай из шкафа, а то я сам все съем. Юля! Юля! Бежала. Я так и знала, что сбежит. Господи, стыд-то какой. Извините нас, если сможете. Говорила же ей, я говорила ей, чтобы не смела. Говорила, чтобы не приближалась к вам. Я ей объясняла, что вы человек занятой, вам покой нужен. А у нее ветер в голове. Она у меня такая скрытная. Я вот даже сейчас не знаю, кому из подруг бывших ей позвонить. Извините нас. Пожалуйста. Уважаемый, чем помочь? Добрый день. Опять что-то с водопроводом? Да нет. Мимо ехал, думаю, зайду, спрошу.
Может быть, нужно моим трубам какой-то профилактический осмотр сделать перед зимой. Хорошо, зайду. Ее здесь нет. Кого? Не зря сказал Конфуций. Не стоит искать черную кошку в темной комнате. Тем более, если ее там нет. О! Третьим будешь? Колян, смотри. Третьим будешь? Че уставился? Че смотришь? Думаешь, как я жить буду? Вот здесь. После всего. А хорошо буду жить. Лучше, чем жила. Я ж без тебя хорошо жила. Нормально. И не плакала, как дура от всякой хрени. Ты мне всю душу вывернул, понимаешь? Я хорошо жила, водку пила. Водочку. И не эту. Кислятину. Твое винище это сраное. Не плакала. Не буду. Не хочу. И не буду. И не надо. Иди ты в жопу со своими корабликами и оставь меня в покое, вали нахер отсюда! Черт. Черт, блин. Ты ж понять не можешь, ты че? Понять никак не можешь. Нет. Знаешь, во, есть туфли, такие модные, блин, красивые такие туфельки, но любая баба за них бы всю жизнь, все свое тело и душу продала. А мне в них плохо. Жмут. Понимаешь? Натирают. Туфельки. Да крови, блин, натирают. Очень больно. Ты не понимаешь. Не видишь и не понимаешь. Ну чё ты зыришь? Чё ты стоишь? Вали нахер отсюда. Вали отсюда, я тебе сказала, Колян, блин, ну скажи, ну нахера мне это надо? Вали отсюда! Вали отсюда, блин, вали! Ha 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 ha!
Ну что ты, морда? Чё ты приперлась? У меня для тебя и еды-то нет. Пришла.